Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Nokia G22, и сейчас мы разберемся, как изменить ее язык системы. Итак, для начала мы переходим здесь в настройки. Вот у нас иконка настроек, такая шестеренка на синем фоне. После чего здесь в листе идем вниз к предпоследней функции. Это у нас функция системных настроек, System. Потом переходим в первую вкладку, Languages and Input. И потом снова первая функция, Languages. Здесь мы нажимаем на плюсик, чтобы добавить новый язык. Ищем здесь язык, который мы хотим установить как язык системы. Выбираем его. После чего нужно будет зажать значок равно возле нашего языка, чтобы эта функция стала плавной, и перенести язык на первое место. Таким образом мы установим русский как язык системы. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!